У братской могилы 45 советских воинов собрались ветераны войны, сотрудники администрации города, представители молодежи и общественных организаций, анапчане и гости курорта, чтобы почтить минуты молчания память погибших в боях с фашистами. Благодаря вам молодежь Анапы живет сейчас в прекрасной стране, развивающейся. Спасибо вам, уважаемые ветераны. Низкий вам поклон. В завершении митинга цветочную корзину к братской могиле возложили начальник управления организационной работы и по связям с общественностью Татьяна Завизион и председатель Совета ветеранов города-курорта Анапа Анатолий Гапонов.